Друзья, всем привет. Ну вот, потеплело. Будем сейчас 22-й год, весна. Первая заводка в этом сезоне будет. Вот накинули аккумулятор заряженный, хранился в тепле. Сейчас будем заводить этого дракона. Система инжекторная, в принципе, заведется, я думаю, вообще без проблем. Давай. Да? С полтыка. О, как бы сами не стоял полгода, да? Инжектор есть инжектор. Да. А с карбюратором по жизни. После зимы, да. АБС-ка светится, она потухнет, когда поедешь. Он с АБС-ом. Решили поменять тормозную жидкость перед-зад полностью. Вот перед поменянный. Помоются эти все подтеки. Подмывается. Все сейчас светленькое было. Слегка желтое. Да, ну и микрочастички какие-то плавали. Ну, года два, наверное, назад я менял.